Маленького болта не хватит. Меняйте болт и смело используйте данную схему. Наконечником хорошим служенной меди. И накидывайте конкретно на эту клемму. То есть, здесь у нас болт. Посеребренный фольгивом. Это что такое майлар, да? Это, видимо, фольга. Тут еще посеребренная. Ништяк. Ребята, здорово всем, уральскую пятерочку. Ну что, получили новинки, блин, как бы новинок дофига. Про все рассказать хочется максимально подробно. Кстати, спасибо вам огромное. Мне ребята пишут, звонят, и приятно реально. Бывают такие большие текста пишут, что благодаря вам, там, смотрю ваши видосы, все понятно, становится как-то в автозвуке. Ну круто, блин, я это рад, я для этого-то это и делаю. То есть мы снимаем канал и снимаем видео для вас, чтобы донести вам позитивную информацию, что ваше увлечение это нормально, это круто. Занимайтесь, кайфуйте. Покупайте у нас, нам будет приятно. Покупайте не у нас, тоже молодцы, красавчики. Делайте, что вы хотите, это классно. Давайте, новинки от Dynamic State пришли. Есть еще другие тоже новинки, потом расскажу. Тут и что пришло, вчера вот буквально получили. Давайте, ну, новинки и новинки. Во-первых, вот такие клеммы. Они есть у многих производителей. Клемма называется 1NG, то есть она идет минусовая и плюсовая. Чем отличается? Чем она удобна, давайте изначально. То есть аккумуляторная клемма. Вы можете здесь использовать немного другой болт. Вот сейчас прям покажу, как это наглядно выглядит. Вот видите болт. Вот тут здесь есть болт, на который нам необходимо сделать накидки. Например, мы накидываем сюда полтинник КГ, который у нас пойдет. Или там 50, любой наконечник, как бы с кабелем. 50, 35, 25, 4 га, 2 га. Это питание системы, которое пойдет в багажник. И накидываем все питание нашего автомобиля. Вот. И ну дубляж. У кого дубляж тоже. Маленького болта не хватит. Меняйте болт и смело используйте данную схему. Она недорогая, удобна в эксплуатации. Если здесь не перетягивать все, она четко зажмется и будет классно. Единственный момент, есть аббревиатура. Минус, это минусовая. Здесь узкая, вот это место. Плюсовая она побольше, чтобы на плюсовую клемму зашла. То есть тут уже как вам удобно, берите, покупайте, делайте. Клеммы проверены, у нас они очень классно и в сервисе используются. И ребята покупают, говорят, ништяк. Пришли новые клеммы, ребят, это уже более интересный формат. Сейчас покажу, и самый классный момент, вот Dynamic State, Андрей, красавчик. Он избавил нас от того, что минусовая, плюсовая, непонятно какая, нафиг надо. Клемма универсальная, плюс-минус. Подходит и для плюса, и для минуса. Есть такое кольцо проставочное, вот здесь, металлическое. То есть, если у вас для минуса используете, используйте это кольцо. Для плюса убирайте его, и все. Решение вот такое. Спасибо огромное, потому что я сам реально закупаю. Плюс остается, минус не остается. Написано вот мелко, плюс-минус, кому-то отдашь. Человек пробует, у него не получается. Все, решили вопрос, ребят. Поэтому буду топить за эти клеммы и говорить, что вы их покупали. Клемма сделана очень весомо. Такая мощная клемма, тут материал использован качественный, хороший. Вот так она болтом зажимается, разжимается. И у нас идет под что? Под нулевку или полтинник КГ, под 20-35-ку, двойку, 25-ку и под все с переходником. Также еще одну протяжку можно сделать. Например, смотрите, все просто. Здесь у нас идут провода от системы автомобиля. Здесь у нас идет кабель на дубляж, пускай это будет 4 га. И здесь у нас придет кабель, который пойдет уже на питание нашей системы. Ништяк? В принципе, вообще ништяк. Клемма абсолютно удобна. Моделька 2S. Это 350 стоит штука, это 550. Дальше еще моделька есть 5S, ребят. Она похожа на модельку 2S, только здесь смотрите, какое решение. Здесь две протяжки более толстого кабеля. То есть, ну, например, здесь мы дубляж решили не делать или закрепили его как-то на клемме, по-другому можно сюда накинуть. А здесь мы привели 2.0. 2.0 у нас уйдет, то есть не делая каких-то там дистрибьюторов с медной шиной, 2.0 у нас идет на питание нашей акустической системы. И два разъема для акустических, для проводов силовых, для питания автомобиля. Вот так вот. Все, клеммы офигенные, удобно использовать. Да, удобно. Расскажем, как, подскажем с удовольствием. Такая 600 рублей. И моделька 4N, тоже смотрите, здесь на коробке написано плюс-минус, универсально. Также здесь идет вот это колечко. Вот оно, кстати, я вытащил, видите? Это колечко, оно идет для того, чтобы одеть клемму на меньшего сечения, саму клемму минус, например. В чем эта уникальная клемма, друзья? Здесь все вообще круто. У нас такой дистрибьютор использован в 4-ке. Здесь очень четкий контакт будет. То есть вы берете каждый провод, обжимаете. Здесь надо, наверное, использовать ключик. Ну вот, один откручу. Обжимаете ваш кабель наконечником, хорошим, служенной меди. И накидываете конкретно на эту клемму. То есть здесь у нас болт. Наконечник положили.
и зажимаете болтом, прям ключиком затягиваете. Все, контакт здесь будет настолько четкий. То есть там тоже неплохой, но здесь он будет вообще. Все, наконечник, пожалуйста, дубляж, пожалуйста, питание системы, пожалуйста, привели уже на акустическую систему. Клемма классная, стоит 350 рублей. Вот, это все, что из новинок пришло по клеммам. Я рад, что это есть, потому что что сейчас предлагается, не все такое классное. Я помню, даже такие клеммы у Стингера вроде были. Но не суть. Во, вещи покупайте, заказывайте в любой точке России. Это уже вам, ну как сказать, понравится их использовать, так скажу. Дальше, что пришло? Два дистрибьютора новеньких. Сейчас покажу, блин, прям прикольно, сегодня уже продавали их. Маленький такой дистрибьютор, смотрите. То есть, это что такое дистрибьютор? Это тройник. То есть, у нас приходит сюда кабель плюс один, а у нас с вами два усилка. Что нам нужно сделать? Из этих мест мы выводим уже кабель, который пойдет на питание усилков, например, плюса, и берем такой же на минус. Все, один пришел, два ушло. Ничего мудрить не надо. Кстати, крышка очень плотная, классная, потому что я крышки тоже проверяю, ничего не отвалится. И удобно его куда-либо поставить на фальш-панель. Моделька 12S, 450 рублей. И моделька чуть повыше она, наверное, немного по-другому сделана. Тут уже один кабель приходит, а уже есть возможность 4 источника развести питание по 4. Не знаю, возможно, это включение вентиляторов, может быть. Может быть, какая-то подсветка. Какой-нибудь усилок на пищалке. Вот смотрите, пришел кабель нулевка. Вышел отсюда 35-ка на моноблок, 35-ка на 4-канальник или на 2-канальник мощный, который фронт, от которого играет. И 8Г вышло на усилок на пищалке. Все четко. Такой дистрибьютор тоже будет пользоваться спросом. Ну, эти системы собираются. Вы, например, собрали, там у вас два усилителя, а потом решили добавить. Берете дистрибьютор и к вашему питанию, к полноценному, добавляете усилок двухканальный. Все четко. Также давненько не было данных колб. Мне они очень нравятся, так как они сделаны, закрывают предохранитель. Моделька FHM нулевка и однерка. Вот стоят они 500 рублей. Здесь предохранитель, и здесь есть переходники. То есть можем сюда засунуть кабель меньшего сечения. И также, убрав вот этот металлический переходник, засунуть кабель большего сечения. Все, тут больше нечего рассказывать. Колба плотно закрывается, крышка классная, колба. Ну, у меня в машине даже такая стоит, вот, в автомобиле. Мне нравится, как она пользуется. И вот такая колба более большого формата. Также нулевка входит, 35-ка, также предохранитель. По сути, просто у них разный внешний вид. Одна меньше, другая больше. Цена у них одинаковая, все. Тут больше нечего добавить по держателям предохранителя. И также пришли новинки. То есть у Dynamic State в модельном ряду межблоков есть, именно в Dynamic State, это линейка RCP, попроще межблок. Идет RCX и RCE. Есть RCX, который вы все знаете, ну кто Dynamic State, например, использует. Там был кабель такой, каждый в своей медной оплетке. И в линейке RCX появился кабель R50. Это более дорогой кабель. 1500 стоит один межблок. Ну, в таком сегменте есть уже провода, которые на рынке есть. Но, в принципе, нужно попробовать, ребят. Что тут мне понравилось, это сама оплетка, которая есть. Давайте, кстати, прочитаем. Высококачественный кабель с двойным экраном. Улучшенная реалистичная передача низких частот. Прикиньте, то есть тут надо пробовать. Высококачественные коннекторы с надежной фиксацией контактов. Компактная конструкция полностью медного коннектора. Посеребренный бескислородный медный проводник и конструкция проводников 10 на 0-20 мм. Экранирование из майларовой посеребренной фольги. Во, это что такое майлар, да? Это, видимо, фольга. Тут еще посеребренная. Ништяк. Плетеное экранирование, состоящее из 128 проводников. Ну, написано здесь, конечно, на 3500 рублей, да? Как бы, то есть, ну, стоит 1500, поэтому стоит брать в любом случае. И смотрите, что есть удобно, мы заметили. То есть, такое есть момент, что когда у вас кабель подходит, например, к усилителю, его можно зафиксировать саморезом или болтом. Здесь под это место позволяет. Главное, сам кабель не проткните, и все. Ну и цвет, сам дизайн выглядит, конечно, провода классно. Серия Эксперт, нужно попробовать. Я думаю, они займут свою нишу 100%. И также появилась линейка RCE. Это более, еще элитная линейка, еще более лучше. И тут получается, в принципе, все так же. Майларовая гибкая ПВХ-оплетка, высококачественные коннекторы. Все четко. Такой межблок стоит 800 рублей. Это у нас метровый. Такой же, скорее всего, будет полторашка. Наконечники здесь DST. Написано Dynamic State. Мы посмотрели вчера, разобрали. Честно скажу, что я в этом не разбираюсь, но все сделано добротно, качественно.
Вот. Как должно быть, не знаю, я видел провода за 100 тысяч рублей за межблок. Вот. Как бы, ну, этот, например, 800, а есть за 100 тысяч, ну, примерно выглядит одинаково по мне. Какой там звук и как что передает, тут в зависимости от вашей системы. Вот. В принципе, все, ребят, все новинки от Dynamic State. Вот постараемся снимать вот такие видосы, рассказывать про новинки, потому что новинок много и надо понять, что куда использовать. Но вот здесь реально пользы очень много в данном видео, в данных новинках. Поэтому что желаю, уральскую пятерочку, отличного настроения, позитива, бодрячка. Занимайтесь любимым делом и получайте только позитивное настроение, удовольствие. А автокаста вам поможет. До встречи в магазине. Пока-пока-пока.